4 срока мы оплатить обещали. Какого обещал оплатить? Еще 31 марта обещали оплатить. 31 марта, ну я, видимо, не успел. Да. 4 стороны надо оплатить. Когда сделаете платеж? Ой, сейчас даже не знаю. Сейчас уже денег нету. Потому что денег нету уже. Вот раньше было, не успел оплатить, сейчас нет. Надо искать, искать деньги и платить. Ну, ищем, ищем, но не платим. Давай. Срок до среды, до 6 числа. Почему до среды? Почему до среды? Ну, потому что просроченный платеж у вас идет. И первый месяц уже. Ага. Так а почему именно до среды? Не до четверга, не до вторника. А почему вам еще давать больше времени? Вы раз обманули. Нет, я не обманул. Вы мне тут это статью не шейте. Подождите, вы сказали, заплатите 31 числа марта. Да, но я не успел. Вы не оплатили. Значит, обманули это уже. Вы сказали, вы не сделали. Нет, не обманул, не обманул. А что вы сделали? А это были обстоятельства непреодолимой силы. А, ну конечно, конечно. Ну, да. Это для вас. А для меня вы обманули меня, вот и все. А вы судья? Вы судья, что ли, что такие вердикты выносите? Нет, не судья. Я судья. А как вы можете меня... Чем здесь судья? Назвать обманщиком. Вы меня обманули, вы мне пообещали и не сделали. Как это называется? Вот. А у вас была такая ситуация, что вы девочку чпокнули и пообещали жениться. Они женились, все. И что? Ну, вы тоже обманщик, получается. А еще вы решили, что я так сделал? Ну, это я как пример. Пример. Не да. Имеет значения. Как это не имеет? Так, ладно, Максим Викторович, когда оплатите? Ой, ну вот, когда вот на девушке женитесь, вот тогда я оплачу. Вы что так разговариваете, а? Как? Ну, а что? Кто не понял, вы там где находитесь? Завтра где будете находиться? Хочу подъехать, переговорить с вами. Ну, где-то буду находиться. Откуда я знаю, где я буду завтра? Где будете в обеденное время? Обедать. Где? Откуда я знаю? Завтра позвоните. Максим Викторович, вы не понимаете даже ситуацию. Вы не платите достаточно долго уже. Вы не доходите за просрочки. Ну ничего страшного, подождите, когда денежка появится. Я же говорю, денег нету. Какая разница, где я буду обедать, если у меня нету денег? На помойке будете? Ну там рядом с вами где-то вот, на помойке, да. Где вы будете находиться завтра? Я хочу подъехать и посмотреть вам в глаза. Так разговаривайте, что-то уже грубо. Грубо? Ага. Да. А девочку трахать и не жениться, это не грубо? Что вы какую-то херню несете? Так, ты давай мне не груби, какую малыш. Девочку? Не груби клиенту банка. Слышь, малыш, давай плати бабки, и все будет нормально, понятно? Да хрен тебе, блин. Разговариваешь, ну ты что-то так вообще весело. Да как ты заслуживаешь? Как ты, где нахожусь, там нахожусь. Как ты заслуживаешь, так и разговаривай, блядь. Ты с клиентом банка вообще на ты даже не имеешь права разговаривать. А что ты там петушишься, я не понял. Петушишься? Нет, гребень это ты у нас. Слышь, я подъеду, тебе все ебало разобью, понял, черт. Пошел в пизду. Алло, алло, алло. Слушай, петух, ты подъедешь сегодня, нет? Ты тут их базаришь, ты че, блядь? Ты обещал вчера мне ебало набить. А ты кто? Борисов я, подъедешь, нет? А ты где? Волочаевская 7, давай подъезжай, блин. А это где? Загугли. А? Загугли. Скажи, 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 скажи. Загугли, Волочаевская 7. Где это? Просто Гугл. Где, блядь, Гугл тебе в помощь? Это что, справочная, что ли? Ну, что тебе сказать? Тяжело. Ты вчера подписался, что набьешь мне ебальник. Давай приезжай, блин, набей. Где это находится, говорю, что ли? Караганде, блин. Ты что, не местный или что? Что сказать не можешь? Тебе нет. Смотри, когда звонишь, да? Я тебя жду, ты спросил вчера, где я буду находиться во время обеда. Я тебе говорю, Волочаевская 7. Волочаевская 7. Давай, давай. 5 раз ты уже. Что там, где? А где там? А где там Волочаевская 7? Подъедешь, наберешь, я выйду. Я настоящий царь, а ты холоп, тупая псина. Ты не пацан и не мужчина, что-то ниже чином. Качай живой кончину и двигай к логопеду. Ты не поймешь и половины слов моей беседы. Я настоящий царь, а ты холоп, тупая псина. Ты не пацан и не мужчина, что-то ниже чином. Качай живой кончину, вытащи хуй изо рта. Плохи включают впрягу, класс сидит лишь на картах. Я позитивно удивлен, ответ как бы сурово. Я бы ответил вам так же, но я не знаю, кто вы. Походу в моде сейчас коряво катают на матах. Ты царь шутов, как Квазимода, тот горбатый. Все, что я слышу, это два обосранных котенка. Впрягаются за класса, как братья за сестренку. Пока лохи доказывают мою неправоту. Виновник торжества молчит, сидя с хуем во рту. На самом деле я здесь царь, а ты моя царевна. Твоим лицом, как задница, я стукну об колено. Ты тупен, как полено, палевная куртизанка. Тебе со мной... Алло. Заходи. А ты где?
Лучаевская 7. Где? На каком подъезде стоишь? Первый. Не, у меня последний. Подойдешь? Нет, подходи. Ты в какой куртке, в чем одетый? Подходи, что ты на первый подъезд? Что это, подъезжать будет, что ли, ходить? Пешком прогуляйся. Это, короче, вот второй корпус, а сторона детской площадки. Блять, где у тебя с кисем? Какой дом сидит? Какая у тебя куртка? Какой дом, говорю, который... Где аптека? Нет, следующий. Там, где центр здоровья там какой-то. Антар? Антар какой-то? Ну да, только со стороны детской площадки. А детская площадка где? Ну, с другой стороны, со стороны двора. А, внутри дома? Да. А там есть подъезд? Да, там последний, второй. Как там подъехать? А как подъехать? На парковке паркуйся за этим домом, где там этот центр. А там не подъедешь? Ну тебе объезжать придется. Ну давай я ходил сюда что-то. Ну давай, я на последнем подъезд выхожу, подтягивайся. Последний.